действовать четко. Надо для Никиты и Семена надо придержаться 30 секунд. Для девочек надо придержаться 5 секунд. Так как вы, ребята, крутые. Что ты на девчонок-то этот наезжаешь? Пусть 5 хотя бы продержишься. А вы 30-ку продержитесь, конечно. Это дисонанс дыхания. Дыхание это про то, что мы знаем, что мы играем. Домой, в дому, где из зала я брал. Они у меня висят вот здесь, прямо возле стены.
А я раньше, а я позже начал. Хорошо поддержали, молодцы. Теперь можно, например, в парах покачать пресс. Решил, что сбиваем эти помары. Ну, чтобы вообще как бы, да, отмерить все, либо чтобы это, ну, иметь там дома, я понимаю, что все-таки реально вокруг меня какая-то реально есть. А сколько раз? Да, я дым, короче. Короче, она у меня упала, в смысле, я такой... 50 раз? 50 раз. Мы же здесь делаем. Семену и Никите участвует турничок.
Сейчас девчата будут подтягиваться на стойку. Сделаешь, но потом. 5 минут перерыв, быстрее. Попить, умыться в туалет. 5 минут. А на следующий день, тогда уже получается через день. Кушачек какое-то такое состояние. Да. Болезнь. Тогда я еще что это? Попить, умыться в туалет 5 минут. Как это добротно. А ты сходи, заодно тебе Марина покажет, где, если вдруг запрещается. А, все, нормально, все, спокойно. Все, ладно, все, только аккуратно. И все, получается, потом вот еще день проходит, у меня прям... Сереге расскажи, а то он это, чтобы он понимал, что вообще что происходит. Поскольку ты говоришь, что такие вещи есть, это нужно делать, надо прокачать себя, надо потерпеть, подождать, чтобы Серега понимал, что и, ну, как это происходит. Что когда я говорю, вот так, это значит не просто я говорю, что я это знаю, а это есть вот то другое, Денис, вот то другое, кого ты видел, это... Это не душа. Это не душа. Это наше энергетическое тело, которое обладает. Оно обладает. И оно то самое, вот это оно то самое тело, которое накапливается в течение жизни, перерождения. Почему? Ты, я, он, они. Мы сейчас похожи на себя. Почему ты такой похож? Потому что это некий отпечаток накопленного опыта перерождения. Вот эта вот плотность энергетическая, она вкладывает, как матрицу, как форма выливает. Душа вообще не имеет формы, она как искринка. Попробуй подтягиваться. Вот ее путешествие дает возможность нам накопить. Мы не можем вот так взять патрон. Но оно есть, это жизненная сила и прочее. И вот самое, это еще, а у Кастанеды это назывался дубль, либо двойник сновидения. Вот он, вот этот двойник сновидений, вот как раз волхвы, бегуны и витязи, или скомороды, прокачанные витязи, они его запускали. Вот почему надо было в сражении охранять разум? Не знаю, что охраняли Никита в середине Серега сражения, защищали, они запускали и убивали. Вот как раз вот это я описание, когда вот эти дневники. Да, можно телом крутить и тоже. Ну, понятно. А можно не тем самым дубликатом. И сейчас представляешь прикол, да, ты не знаешь, когда Семен. За много времени до этого, не за одну неделю. А тебе надо туда, с Мариной тебе надо туда идти. А здесь ребята, да-да, здесь ребята взрослые будут. Просто подсадились. 10, 8, 6, 4. Мы сейчас наоборот, погодите, сейчас я вам скажу. Серег, на ночь. Задай ребятам с одного, то, что мы вчера делали, с одного или до 5. Ребят, смотрите. Слушайте, Сергей Сергеевич, пожалуйста. Сначала записаем. Перед сном. Делаем одно подтягивание. Кастанеда, аудиокнига, YouTube. Один раз подтянули. Там, ну, может быть, знаешь, может, уже последний месяц. Не каждый день, но вот там. Стали, несколько дней подряд. Сели. Или там через один день. Один раз отжались. А в этот день, знаешь, следующий уже какой лист играл у меня. Раз. Подтягивайся. Либо смотри, вот так, ножкой.
Вот так вверх. Попробуй, вот как я тебе показал, вот так вот вверх. Там разные и другой ручкой. Ты не переживай, что ж ты думаешь, я тебя без турников оставлю, что ли? Мне надо только один. Семен, помоги нам, пожалуйста, этот квадратик, который лежит, могут ты взять? Этот квадратик? Да, принести сюда. Сейчас оказывается, что за надом. Помоги нам, пожалуйста. Оп. Но еще денчик. Есть небольшая, такая небольшая, как бы, опасность. От ускорения процесса, которые энергетические внутренние процессы, к сожалению, ускоряется процесс физический, быстро идет яркое, не будет заболевания, оно будет прям прожигать, пробивать, как бы, чтобы ты понимал, что это вперед, лайк, будет там, там, здесь, да, давай. От этого никуда не уйти. И нет смысла там таблетками запить. Все, давай, сейчас я еще, как бы, чтобы я понимал. Хорошо. Это хорошо в том плане, что ускоряется процесс. Не процесс ускоряется отсюда ухода. Нет, ну процесс, да, да, да. Нет, я понял, да. Просто оно же, вот опять же, это понимание потом на следующий день, что в натуре к таким процессам хорошо, что, ну, у меня, по крайней мере, вот такой вот, да, ну, уже, можно сказать, многолетний опыт гимнастический, да. Если бы это случилось, наверное, без... подготовки. Без подготовки, то я не знаю, чем бы это все закончилось. Виталий. Да, сейчас смотри, по очереди будет Марина, ты, Марина. Сейчас, да, Денчик, я слушаю, заодно сейчас показываю. Сергей Геннадьевич, девчат, покажет вам, как... Смотрите, пожалуйста, ручки мы стараемся взяться максимально широко. Сейчас, Семен, давай. Полностью, полностью посмотрите, Виталий, полностью. Марина, будешь подсказывать? Да, ладно? Смотрите, ножками мы стоим ступней на вот так, на пол. Ножки в коленках согнуты. Таз поднимаем, там бедра поднимаем. И надо постараться подтянуться. Оп, вот так. И спокойненько ложитесь. Ручки не отпускать. Да, не до 5, а до 10. Да. Потом делай 10 ты. 8 ты. 6 ты. 4, 2. И потом вот так продержаться. А что ты не научился? Нет, 30 секунд хотя бы. Учись отсюда. По очереди давайте, делаем. Тебе разрешает стоять и придерживать без ручки, чтобы она не уткнулась. С помощью ног. Не хочешь помогать ей? Нет? А зря. Ты бы помогла бы своей подружке, чтобы вот эта железочка, вот, чтобы она так не шаталась. Нет, ну ты не переживай. Ножка, все, маленькая. Да, до 10. Ручки пошире делай. Семен, кстати, ну знаешь, что он? Я думаю, Семен и Никита, у них очень много впереди будет испытаний крутых. Что, Виталин, распереживалась, что тяжелые упражнения? Да, да не переживай. Просто так, ну и нормалек. Димарик, если что, вот волшебный бизон. Да, пока она подтягивается, ты 10 раз приседаешь. 10 раз, да, ножки вместе, да. Умница, не торопись. Только не торопись. Виталий, старайся тело не бросать. Ножки вместе, тело не бросай вниз. Старайся не бросать вниз. Опускайся медленно. Терпи. Теперь ты делаешь 10 приседаний и 10 отжиманий. А Марина будет делать потом 8 подтягиваний. Все, Мариночка. Отжимания обычные от пола. Ну хорошо. Все, будет результат намного больше. Мариночка, потом 8, ладно, делаешь? Забиваться, вставать. Виталина, тоже 10 ты всего делаешь, потом отдыхаешь 15 секунд и делаешь 8 раз. Семен, не щелкни, смотри, Денис Владимирович, а то у него зуб залечился только.
Что, вы сделали, парни? Два. Довели до пяти, а теперь с пяти до одного. Спускались с пяти до одного. И потом перекроем, я вам покажу крутые статические упражнения. Нет, это не силовая, это будет упражнение. Никаких действий не делать. Тебе же прощалось это, Семочка? Или ты думаешь, тебя никто не прощал? Не прощал. Да хорош ты рассказываешь. Дмитрий Юрьевич, когда ты видел, когда тебя, ты вообще маленький пришел, мы тебя все прощали. И никто не смеялся даже, никто не осуждал. Все говорили, наоборот, Семен, давай, 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 делай. Каждому надо научиться по делу. Сейчас подождите. На девочек не наезжайте. Пусть они хоть так, вон, хоть так делают, то хорошо. Вот что ты делаешь. Я сначала не понял, что заметил, а потом, знаешь,
кадр, попало все-таки. Там даже несколько залов, там вот в этом зале есть зал. На ручки опирайся. Нет, я там ножки тоже опирайся. Зал. Вот есть как там ремонт, и ремонт был, только на ручке. МТ он назывался тогда. Ну это хорошо, наши тут занимаются. Сейчас только запах подъезд. А, вот, кстати, этот Ильин Юрьевич. Общались, да, мы с ним. Он говорит, ребята, вообще без проблем. Количество народу, там все определяется, решается, родители. Так, какое время, какое там число. В общем, он меня обнял контактами, это его заместитель, того, как звать, на листочке у меня в блокноте записано. Номер телефона, как его зовут. Он, короче, ведет вообще этот музей. Еще такая тема, мы с ним разговорились. В общем, они готовы принять до 35 человек за раз. У них есть там ленинская комната и оружейная комната. Ленинская комната, где рассказывают просто о таком военно-патриотическом воспитании, о любви к родине, защите отечества, все дела. А оружейная комната стоят экспонаты, макеты, где можно там это все разобрать. В легке? Да. Разобрать, посмотреть, объяснят, расскажут, покажут. Формы, обмундирование разных годов, там, Великой Отечественной войны, еще как-то раньше. Сейчас, Денчик, секунду, паузу. Пока. Вот, Сергей, поговори с Денисом, контакты этого. Ты же связь с общественностью? Ну вот, все, Денис, сейчас он тебе скажет контакт, и тебе расскажет, что по это музее, да, завтра есть еще, я тебе надо договориться, выезжать туда, и все. Парни, смотрите внимание, девчат, смотрите внимание. Это Ильиных, Виктор Ильич. Часовой родины. Председатель организации часовой родины. Встаете по центру, вам надо взять, поймете, как мы с ними часто по центру. Чем-то напомнит, может быть, когда вы когда-нибудь поедете на карете или на телеге, перебивали лошадки, вы будете тройку. Такие ловко ехать. На самом деле, вы берете так. Ты был уже с нами. Чуть-чуть тянете. Да вы был у нас. Алена, слушай. Чуть-чуть тянете вперед на себя. Короче, смысл такой. Присели, встали. Организовать. Присели, видите, я прям заваливаюсь. Встали. Как надо сделать 10 раз? Тихо, по очереди. Смотрим внимательно. Да, погоди, девушка, а вам, девушки, идите пока сюда. Пока мальчики делают, пока Никита Семенов делают, пойдемте сюда. Оружие. А вам надо смотреть, что сейчас история какая-то. Ты стоишь, одна вот так вот. Я заваливаюсь, братан, смотрю. А вам будет такое действие. 10 раз так не может поймать. Может быть. Вы делаете. Вы делаете. Давай, ручки держись. 10 раз тогда можешь разворачивать стол. 10 раз другой ножки. Ну, в отставке уже. Попробуй, покажи. Виталий, смотри, показывай. Ручки держишься за стоечку. Виталий, держись стоечку за стоечку. Держись стоечкой. Все, одну ножку вперед. Да. Все. Да. И встаете. 10 раз. Надо встать, надо встать. Виталий, надо. Смотри, как Марина. Да, надо встать. Значит, Марин, аккуратно, да, на ягодицы не садись, сзади к тому же. Одной рукой, Сталин, терпи. 10 раз надо. Семен, вставать надо. Вместите, да, максимум, да, за раз. Давай, человек. Пойдем, все. Можно разделить. Какую теперь часть? Вот это препятствие нам надо залезать. Сейчас, погоди. Общение, какую часть пока там... Секунду, нам официальный запрос надо делать. Да. Писать письмо, надо это написать сюда. Это все, да, скорее всего. Ну, желательно бы, наверное, чтобы у них тоже эти отметки были, как организация. Там. Надо Николай Алексеевич сообщить и вы вызов сделать. Да. Пойдем. Вот, я уж тоже думал про это. И какая-то часть, допустим, детей пока занимается там, в комнате, где экспонат. Тяжело. Все, брат, полез. Сделали? Да, сделали. Смотрите, берете по центру. Поэтому можно обговорить время. Можно обговорить, по центру. Можно обговорить, что конкретно нужно. Ровно по центру. Ножки пошире, на ширине плеч. Ножки ставь на ширине плеч. И присаживайся вниз. Ну, 10 раз хотя бы. Давай, Семенович, аккуратно. Ни за что не попадайся, коснулся за верхушку. Они в свою очередь могут готовить ребятам грамоты. Допустим, давай.
изучение. Никитос, аккуратно. Посещение этого музея. 10 раз, умница. Потом Виталий Дор, а потом на стол. Все интересно, давай, можно подготовить грамоту с нашей организации, дадим детям грамоту. Давай, дотянулся, коснулся, красавица. Парни, вот так это делаешь, что можно проскользить руки. То есть оформить можно все красиво. Нет, не так. Не так. Не так. Сюда поставить. Тихо. Нет, не широко. Смотри. Ножки вот так. Ты чуть заваливаешься назад и садись. Давай. Ну, допустим, ладно. Ну, конечно. Не очень важно. Сделала? Так. Теперь вам дальше. Смотрите. Вам надо еще раз присесть на одной ноге, на одной ноге. Парни, пойдемте дальше. Пойдемте сюда. А вам, девочки, надо присесть на одной ноге, одной ноге. И, короче, смотри, какой прикол. Что он говорит? Если народу вдруг у вас много, то мы можем организовать. Вы смотрите, выездной музей. Сейчас вы берете вот так. В смысле выездной? Вы начинаете. Вы хотите, мы к вам приедем. У вас здесь в зале места много. Давайте, вы смотрим! Надо потерпеть 10 секунд. То есть вы берете прям... Сначала вот таким хватом. Сделала, теперь на стол вот таким хватом. Да. На стол пробуйте залезть, одна и другая, к столбу. Давай, Семёныч, прям в руках сгибай. Да, рви её. Дыши. 10 секунд. Рви. Все, давай, Никитос. Марин, помоги, пожалуйста, Виталине, поддержи, как на стол залезать. Все привести. Да. Рви, тяни. По-любому, да. И прям вот место, где угодно, а он сказал, мы приведем все и договоримся по времени, со временем, все угодно. Сделала, сейчас Марина будет. Парни, Никитос, Семенович, смотри. Теперь следующий. Мы рвем, вот так рвем. Потом сбежал, теперь вот так. Так, садимся. Играли, потом вот так будет, да? Право-левый. Ну, хотя бы так начало делать, опять. Чуть назад. Отхлячиваемся, оттопыриваемся. Здесь надо дышать. Дыхание можно замерить, но опять можно сознание потерять. Когда... так, стоять. То есть... О, я следую. Ты сейчас все хочешь записать? Вот это все и хочу. Да! Ого! Ого, сделали? Вам еще надо сделать 5 приседаний. Опять, чтобы ноги сильные. Семенович, да, руками прям рви. Спинку прямо, голову прямо. Давай. Стой. Железный Семен будет. Стой. Железный Никита. Давай, Никита. Спинку прямо. Бах. Прям. Выживай. Слушаешь? Терпи. Смотри. 10 секунд, Семенович. 10 секунд. Дай, Никитос. Приседай. Терпи. Вставай, да. Терпи. Сделала? Иди сюда попробуй. Пять. Да? Руки, да, нормально. Сделала? Так, смотри, Марин, держи. Берешь двумя ручками. Сейчас, Марин, запоминайте. Два. Берете двумя ручками. Ручки держите практически очень близко друг к другу. Чуть-чуть присели. Спокойно, сейчас, Семен, пародируешь, да, девчат? И смотрите, берете, и вы пытаетесь... Смотри, Семен, аккуратно. Пародируй, да, мальчиш? Напасть можно. Ну, смеются, не переживают, бывает, как мальчики такие. Марин, смотри, пожалуйста, Карин, смотрите. Беру... Тяну к себе, то есть я тяну к себе. Да, 10, не, вам 5 секунд. Это мальчикам 10 секунд, вам 5 секунд. Поехали. Че, ребятня, на стол дальше, побежали. Какой на стол? На стол, вот на вот этот стол, крутой стол который. Давай. Что дальше? Руками тяни, тяни, и тяни к себе, дальше? Руками выжимай. Тебе самое главное, Маша, пиши. Позвони мне завтра, сину координаты этого человека. Спинку прямо, спинку прямо. Виталий, спинку прямо надо. Не так сгибаться, а вот так спинку прямо. Давай, все ручками тяни к себе. Семенович, ну терпите, хорош. Надо залезть на стол. Все, я делала. Да? Нет, да. А снова залезть на стол. Теперь сейчас пока смотрите другое действие.
Просто такие контакты, оно сейчас пригодится. Весна, 9 мая, все продолжится. Давай. И Николай Алексеевич, скажем, Николай Алексеевич, так как у тебя контактов нет, конечно, смеялись. Вот мы сами смеяться вам помогаете. А, он еще что сказал? Он говорит, у вас какие-нибудь мероприятия, когда будут? Пригласите нас, мы приедем, говорит, прям всем составом. Иди, я тебе объясню, смотри, что ты сейчас получится.